Богослужение на русском, на понятном. На русском переводчикам хвала, они покровы сняли с тех событий, произнесли «Господь, а не Аллах!» Все размололи, просели, носите на русском разговорном языке. Хочу молиться, прославляя Бога, я не пустынник, не монах, аскет. Мне хлеба, хлеба, пусть совсем немного. Плен вавилонский нам не по плечу, к смешению языков, как раки, пятимся. Я непонятный 40 лет учу под горницей и жду пятидесятницу. Евангелие на русском языке, духовно пренебесное звучание, но выпирает нынешний Закхей и бесноватого безумное мычание. Так циркулярный фарисей-статист традицию и корни оголяет. По-русски ты сектант, баптист, и атмосферу визгом накаляет. Плен вавилонский нам не по плечу, к смешению языков, как раки, пятимся. Я непонятный 40 лет учу под горницей и жду пятидесятницу. На непонятном создается тайна, ключ разумения лишь у одного. Под скорлупой ореховое питание, и в бане моется, как думаешь, ногой. Запаянный сосуд с холодной влагой, сундук закрытый, утеряли ключ. С непонимающим намного легче сладить, сдирай, бодай, выталкивай и мучь. Плен вавилонский нам не по плечу, к смешению языков, как раки, пятимся. Я непонятный 40 лет учу под горницей и жду пятидесятницу. Дворяне на Руси по-французски от слуг скрывали тайный разговор. Тогда Христа был доступ сделан узким, жаргоном фении пользуется вор. Царёву тайну надо б нахранить, а Господней возвестится громко. Понятное им молот бьет в гранит, а непонятное под саваном в сторонке. Плен вавилонский нам не по плечу, к смешению языков, как раки, пятимся. Я непонятный 40 лет учу под горницей и жду пятидесятницу.